Всем привет, меня зовут Евгений, а перед нами обновленный iPod Shuffle 2012 года с объемом памяти 2 гигабайта. Ну что, предлагаю открыть коробку и посмотреть, что же идет в комплекте. Вес iPod Shuffle составляет 12,5 грамм. Данная модель представлена в зеленом цвете. Также в линейке iPod Shuffle существует огромное количество других цветов. Стоимость iPod Shuffle составляет $49. Всю информацию и спецификации об iPod Shuffle вы можете найти на официальном сайте Apple, перейдя по ссылке в описании к этому ролику. Итак, давайте приступим непосредственно к распаковке. Спереди в коробке лежит сам iPod Shuffle. Сбоку указан номер модели, название iPod Shuffle 2 гигабайта. Написано Designed by Apple in California, Assembled in China, что означает, что плеер разработан компанией Apple в Калифорнии и производится в Китае. Также указан адрес компании Apple в Купертино. Сзади у нас указано, что модель обладает объемом памяти 2 гигабайта. И написано, упаковка включает в себя сам iPod Shuffle, наушники Airphones и USB кабель. Для того, чтобы загрузить музыку в iPod, нам потребуется компьютер Mac либо PC с разъемом USB 2.0 и операционная система, если это Mac, то OS 10, если это Windows, то Windows 7, Vista или XP. Также нам потребуется iTunes и интернет-соединение. Прошу обратить внимание, что год выпуска плеера 2012. Итак, давайте снимем белую пленку. Как она? Вообще здесь есть язычок. Вот. Но я думаю, что она должна и так сняться. Вот. Ничего не порвал. Так, что мы видим? С левой стороны написано iPod Shuffle. Справа тоже iPod Shuffle. Так, а сзади яблочко зеленое. Соответственно, раз цвет плеера зеленый, значит и все надписи на коробке выполнены тоже в зеленом цвете. Чтобы открыть плеер, нам придется снять ленту, вот эту вот помеченную оранжевым маркером. Ну что, снимаем крышку. Вот сам iPod Shuffle. Давайте его пока отложим сюда в сторонку и посмотрим, что же идет в коробке. На коробке написано также зеленым цветом Designed by Apple in California, что означает разработана компанией Apple в Калифорнии. Так. Во, получилось. Start here. Что означает? Начните отсюда. Инструкция. Гарантия. И яблочко. Итак, что же идет дальше в коробке? А дальше у нас лежат наушники Airphones. Они, по-моему, идут без пульта управления. Да. Ну, потому что сам iPod размерами с этот пульт. И кабель для зарядки нашего iPod Shuffle и для синхронизации с ПК, с PC или Mac. Единственное, что странно, это кабель 3,5 мини-джек на USB. Ну что, коробка пуста, больше в ней ничего нет. Предлагаю достать отсюда iPod Shuffle. Давайте возьмем его вот так. Ну, видимо, нужно потянуть.
потянуть. И что сделать? И вытащить. Так просто. И первое, что нас встречает, это яблочко. Итак, давайте же поподробнее взглянем на iPod Shuffle. На передней панели мы видим кнопку Play, пауза, переключение треков, а также регулировка громкости. А сверху у нас есть кнопка включения плеера. Сразу загорелся зелененький светодиод. Итак, здесь мы видим первое положение, это режим выключено. Второе положение — это воспроизведение по порядку. И третье положение — это перемешивание треков. Также рядом находится кнопка Voice Over и разъем 3,5 мм под наушники. Также плеер оснащен прищепкой, так называемой клипсой, благодаря которой плеер можно цеплять на одежду и носить, не занимая карманов, рук или еще чего-нибудь. На самом деле плеер очень легкий, практически не ощущается, то есть предназначение данного плеера, я считаю, это спорт, прогулки с музыкой и так далее. Итак, в комплектацию MP3 плеера Apple iPod Shuffle входит сам iPod Shuffle, наушники Earphones, USB кабель и инструкция. А на этом все. Это была распаковка Apple iPod Shuffle. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока!